сегодня я хотел бы обратить чрезвычайной важности. Сумеете остановить нарушителя, можете сразу забыть о своих премиальных. Сейчас мы готовим нашу новую установку для глубокой черепа. С ее помощью можно узнать абсолютно все, что известно тому или другому человеку. Обращаюсь к вам всем послушные и добросовестные пациенты. Если вы... Хотел бы обратиться к вам с заявлением чрезвычайной важности. Насколько вы знаете, последний рейд на Таганрогской базе Другим наркоманам
отбивать атаки наших солдат. Наши хвилинки убеждали, что стреляли по нему в упор из всех стволов, а пули только отскакивали от его странного обтягивающего. Просто мистика какая-то. В данный момент личность этого Фридмана еще установлена. Георгий Фридман. Он, кстати, уже лечился. Судя по всему, у него самый тяжелый случай вялотекущей шизофрении. Именно поэтому медицина в его случае абсолютно бессильна. Отсюда возникает закономерный вопрос. А зачем он приехал снова в колонию Бобровск-17? Ведь если бы он хотел бы отличить,